30-летняя девушка пострадала в результате столкновения автомобилей Peugeot и Hyundai. Авария произошла на пересечении улиц Декабристов и Академика Королева. По предварительной версии, водитель южнокорейской иномарки не уступил дорогу второму участнику ДТП. С места происшествия репортаж Анны Городновой. Авария произошла прямо на перекрестке. Разбитые автомобили затруднили движение других транспортных средств, поэтому их пришлось быстро убрать с места происшествия. По рассказам очевидцев, водитель автомобиля Peugeot направлялся прямо по улице Декабристов в сторону Воровского, но доехать не смог. В какой-то момент прямо перед ним появляется Hyundai. Чтобы предотвратить ДТП, не было времени и расстояния. В следующую секунду сильный удар. Я двигался со стороны Дементьева в сторону, сворачивал на Королёва. Так должно было выступать. Конечно. Свою вину водитель южнокорейской иномарки признал полностью. Говорит, на повороте должен был уступить дорогу Peugeot. Он являлся для него помехой справа. В результате сильного столкновения пострадала 30-летняя пассажирка французской иномарки. Она жаловалась на головные боли, но от госпитализации отказалась. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112.